1000 голосов из 32 регионов страны. В День республики в Чебоксарах выступил детский сводный хор России и Чувашии. Гимн республики многие участники хора учили специально к выступлению. Говорить на чувашском языке непросто, а петь еще сложнее. Звуки произносятся не так, как у нас, и необычно очень это, но интересно. 2 дня, 3 репетиции, одна из которых на главной сцене около монумента матери-покровительницы. За синхронное исполнение отвечал Марис Яклашкин, главный дирижер Чувашской государственной симфонической капеллы. Но дирижер, он со своей техникой дирижирования именно, то есть не как наш. В программе выступления 12 произведений русских и чувашских композиторов, известных практически каждому. Для Чебоксар пришлось учить новый репертуар. Здесь новая площадка, другие, новые знакомства. Эти ребята уже успели показать себя на открытии Олимпиады в Сочи. Их принимала сцена Мариинского и Большого театров. Им рукоплескал Крым. Поэтому ливень на Чебоксарской площадке для них не помеха. Ура!